Ольга Медведева начала свою карьеру в начале 90-х. До 2001 года работала учителем французского языка. После 6 лет в должности директора первой гимназии. С 2007 года и последующие 10 лет занимала пост начальника управления по образованию и науке администрации города Сочи. Затем непродолжительное время исполняла обязанности министра образования Краснодарского края. Но снова вернулась в родной город на прежнее место – руководить управлением образования курорта. Свое 50-летие Ольга Медведева отмечает на рабочем месте. Сегодня она стала гостем нашей программы «В курсе». В студии мы говорили об основных достижениях и проблемах отрасли. Коллектив телекомпании присоединился к многочисленным поздравлениям и пожелал успехов в работе на благо сочинского образования. Спасибо.